Тем временем по губернаторскому проекту «Решаем вместе» начались обсуждения планов на 2018 год. Так, жители Рыбинска уже выдвинули предложение по благоустройству пустыря на Боткина 13, чтобы организовать там место отдыха. Люди уверены, это хорошая перспектива для развития туризма в месте слияния Волги и Черемухи. В Рыбинске состоялась первая встреча обсуждения продолжения губернаторской инициативы «Решаем вместе» на 2018. Уже составлен список из 23 наиболее значимых объектов. На встречу пришли порядка 300 человек, среди них председатели комитетов общественного самоуправления, эксперты в сфере архитектуры и градостроительства, депутаты и активисты. Всего в Ярославской области на реализацию проекта «Решаем вместе» в этом году направлено 650 миллионов рублей. Все проекты, которые будут исполняться в городской территории, предварительно пройдут публичное обсуждение. И не только сами проекты, но еще и рейтингование, что очень важно. То есть мы должны понять, какой проект, какой объект должен быть приоритетным в следующем году и на будущую пятилетку, чтобы мы могли спланировать свои бюджетные расходы, исходя из требований горожан. До конца января пройдут обсуждения, народное голосование и по итогам жители назовут самые востребованные территории. В марте определят окончательный список объектов, которые войдут в пятилетнюю программу благоустройства. Та идея, которая появилась, «Решаем вместе», бесспорно, бессомнительно, идея очень хорошая, потому что жители должны участвовать и предлагать свои объекты, как кто, как не жители, лучше всего знают свои районы.